Кто ждал? Не знаю, кто ждал, в принципе, их летсплеев. Такс. Загрузка. У меня был вопрос, что за звук был. Ладно, сегодня мы будем проходить новую лесную локацию. И, думаю, до конца пройдем уже 12 уровень. Так, давайте сначала пойдем на 13. Такс. Нужные умения Берем глазик. И берем лапку. Погнали. Ага. Ага. Ага, ага, ага. О! Я, получается, тебе только что сейчас задачу усложил, да? Так. Так, а. Ну идите-ка сюда. На, 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 на. Так, я немного карту приоткрыл. Так, монетку идем. Давайте с этим сойдемся. Так, на всякий случай ударим. Запрыгиваем. Сундук. О, там Питер Паркер. Ага. Джек Воробей, еще кто-то. Но вы нам не нужны. Опа. Блин, я сундуки не открою. Печалька. На. На, на, на. Ай, убил нашего. Но мы успели забрать с него маску. Так, все, пошли. Удвоили мы рыбки. Неплохо, неплохо. У нас открылся 14 уровень. Но мы на... О, тут у нас откроется Соник! Соник и еще кто-то из Гриффинов, из Аватара и Губка Боб. Это все, кого я знаю. Но сначала идем снова на второй уровень. Только лишь с одной целью, дособирать вот эти костюмы. Так, вот так вот. А, стоп, мы лапку не применили. На. На. Все, убили. Давайте что же этого добьем, чтоб уже точно не мешал. Ай, убили. Есть. Не, все, такого же успеха нам точно не ждать. Но я собираюсь сейчас сразиться только с Питером Паркером. Да-да, вы нам по-прежнему не нужны. Эйс. Надо будет в следующий раз новый артефакт взять. На. 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 Ну да, в этот раз похуже прошли. Но мы открыли костюм Человека-паука. Давай сейчас пойдем примерим его. Такс, у нас сразу куча костюмов открыта. Так, берем этот. И артефакты. Какой здесь шляпа подходит? Да, Тунц. Ага, так. И давай теперь сравним его с костюмом, который у нас был. Не, ну он гораздо лучше. Ну ладно, пусть будет. Ладно, костюм свои его ожидания оправдал. Но сейчас мы возьмем другой артефакт. Нет. Так, побежали. Так,
Ну, это нам уже не страшно. Вниз мы все равно не пойдем. На! Ну, вообще здесь только ради одной тюрикенщицы. Точнее, у которой Сай. Почему я назвал это тюрикеном? Так, наверх. Кстати, сейчас попытаемся, может, даже с капитаном Воробьем. С Джеком Воробьем. Блин! Фух, можем развернуться, отлично. А-а-а, вот что загвоздка, без этого мы не пройдем никак. То есть, я понял то, что нам нужно заменить. Так, и вниз мы никак не попадем. Получается, все, бежим на финиш. С этим сражаться уже нет смысла. О, ну а с этими можно, так скажем, на пас. Так, все суперприемы по максимуму. На. Да. Открываем костюм. Кстати, стоп. А, да, точно, я тут по себе. Так, стоп. Отлично, так, прошли. Стойте-ка, я помню, мне тут был такс. А шляпа, он на этом уровне. А, стоп, я еще один костюм пропустил. Не, я не до конца один костюм собирал. Собрал, точнее. А, кстати, я же сказал то, что сегодня мы полностью, как скажем, пройдем 12 уровень. Правда, я уже забыл, что, где, куда, зачем, почему. Такс. Так, надо сейчас подумать. Ну, с этими вроде как мне уже сражаться не надо. Да и с этими вроде тоже. Ой. О, вот с этими вот надо. Я, кстати, вроде бы еще не сражался. Отлично. Все мы получили. Не. Такс. Тут. Ой. Блин, куда я смотрю? Опа. Опа! Так, стоп, с Абзиром мы с тобой сражались? Так, сейчас проверим. Да, сражались, но мы не весь костюм собрали. Опа! Рейден! О, стоп, мы сейчас весь набор из Mortal Kombat заберем. Так, заново. На. Все. Получили. Блин. Опа. Отлично. Да, куча всяких костюм. А, нет, все-таки с парикмахерами нам нужно сражаться. А давайте сейчас попробуем сейчас собрать полный набор из Mortal Kombat. Итак, Рейдан. Саб-Зира. Почему-то его тут называют Тиндера. Скорпион. И Рептилия. Да, Mortal Kombat 99 Team. И у нас открылся уровень Е. Давайте туда специально подготовимся. Возьмем кое-какой артефакт. Плюс еще возьмем вот это.
Так, погнали. Девят... Уровень Е. Да, вот вовремя вы пишете. Ой. Куда я самый низ упал? Так, допрыгнем? Нет. Сразу с боссом давайте садимся. Так, нате, Шоукан. То есть Шансунг. На вам. Ого. На тебе, на. Так, он превратился в Рейдена. Правда, не знаю, что ему это даст. А ничего это ему не даст. Так, давайте чуть подлечимся. Все, добиваем Рейд. Добиваем Шоукана. Почему я постоянно путаю Шансунга и Шоукана? На. Все, убили. Есть! Заново бежим. Такс. Прыжок. 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 Эх, не допрыгнули. Ладно, с этими давайте садим. Чего? Они слишком ли вы жесткие? Да однако люди. Не, я что-то тут точно сил не подрасчитал. Да, нам на этот уровень еще пока рановато. Так, стоп. Ну давайте теперь попробуем другой костюм собрать. Набор. Такс. Кто тут у нас? Ага. Девочка с Саем. Вроде. Так, как там маму Акиты зовут? Как там Китана зовут? Да, королева. Я знаю то, что она королева. Так. Ага. Берем вот этого мистера шляпу. И кто-то нам нужен еще. А, еще один ниндзя. Вот этот вроде. Нет. У нас открылась команда. Такс. А что это интересно тогда за ниндзя такой? А. Не знаю, вроде. Нет. Рептилия. Сабзира? Нет. А кто нужен тогда? Я что-то не понимаю. А, стоп, тут. На девятом уровне еще был, как. Вот. Нет. А кто тогда нужен? Так, нет. Так, давайте заново. Допустим, вот это. Стоп. С веером, блин. Дама нужна была. Ого. Какую-то команду открыл. Mortal Kombat хорошая. Такс. И Саем. Открыт у нас уровень G. И нам нужно тут умение лапки. Так что давайте его возьмем. Без задумывания увлечения. Итак, на уровень G. Погнали. Такс. Тут у нас... Давайте сразу тогда... На. Так, давайте сразу все суперприемы тогда на максимум подрубаем. Есть, победили. Блин, а вот тут бы умение по рыбкам было бы... Вообще замечательно. Так, вот с этой командой я тут... Тут у нас дальше Супермен и Бэтмен. Вот с этой сборкой я точно не справлюсь.
Так, Шоукан. Тынц минус наш. На. Все, он застрял. Ну вот все, этому Шоукану уже недолго осталось. Победа. Неплохо, неплохо. Давайте еще раз пробежимся по этому уровню. Соберем уже костюм Флэша и вот этого. Этого персонажа. Так, на вам. Ай, нас убили. Но мы уже все суперприемы истратили. Так, давайте теперь мы пойдем на смертный бой с этими. Доказать только наши два задних. Но в итоге нас победили. Так. Давайте сейчас пойдем мы... Креатные. У нас открылся костюм Шоукана. Шансунга. Я постоянно путаю. Вот уже костюм Шоукана. Костюм Флэша. И еще какой-то костюм. Но мы снова идем. Думаю то, что... Уровень G. Мы уже будем проходить все, где я буду проходить полностью все секретные уровни. Думаю, то, что вот в следующей серии, думаю, мы уже полностью отключимся от прохождения основной кампании и перейдем уже к прохождению обычных уровней. Точнее, секретных уровней. А пока давайте вернем нашу старую команду. Так, артефактные. Значит, Микеланджело, Рафаэлло. И секретные. Надзиратель. И лунная девушка. И лунная... О! Давайте найдем костюм Шоукана. И костюм Шансунга. Правда, немного скорость убавится, но ничего страшного. Тут вообще написано на то, что над Шансунгом, то, что это человек в... А, затерянном королевстве. Хотя, увы, как придворный колдун. Ладно, так. Так, а пока нам возвращаемся на этот уровень и смотрим, что нам нужно взять. Ага, нам нужно еще этот и какой-то еще навык. Портал. Возвращаем. И погнали. Ох-ох-ох-ох-ох! 4 су... Не, надо точно что-то менять. Так, еще раз колдуем. А, стоп. А! Так, вот тут у нас еще есть девчули. Давайте с ними что сейчас сразимся. Охренеть, вот это костюм Шоукана крутой. Так, идите сюда, девчонки. На. Кто тут против нас быкует? На. Так, все, у нас супер приемы закончились, так что хватит понтоваться. Ага. Ну и давайте сольемся об этих девчонках. На. Кстати, теперь белый наш котенок наносит больше всех урона. Так, идем. Отлично. Получим еще один костюм. Вот, снова посмотрели рекламу и получили дополнительные попытки. Так, давайте с парикмахерами уже раз и навсегда расправимся.
Так. А хотя не, все-таки то, что уменьшил скорость, это все-таки повлияло. Так, еще давайте портал. На. Я зол. Как чё? Ой. Чё? Я не понял, то, что сейчас произошло. Сам уровень, как я понял, не захотел нас пускать туда. Ладно. Тогда давайте давить. Кстати, вот этот боец тоже из Mortal Kombat. Насколько я знаю, вот этот, который похож на водопроводчика. На тебе удар от императора. Кстати, я как-то знаю, почему тебе белый наш как медленно передвигается во время атаки. Потому что молот слишком тяжелый. Так, ну с тобой я сражаться не хочу. Ты нам уже бесполезен. Опа. Рейден. Нет. Нет. Отлично. Прошли. Так, давайте сейчас немного отвлечемся. И немного покрутим рулетку. И нам выпадает рыба. И снова нам выпадает рыбки. Такс. Ох-ох-ох. Ну чё, прокачиваем наши котят. Дэнс. Так, стоп. Ага. Давайте рискнем, что ж, попробуем. Хватит ли нам рыбок на прокачку для всех? Да, вроде да, хватило. Стоп, императору еще одна. А, стоп. А ну-ка. Давайте сейчас. У нас не увеличение всех параметров. Ну, плюс 3. Хотя это тоже достаточно полезный навык. Все прибыли рыбок. Ладно. Не знаю, что я туда полез. Блин. Ладно, думаю, с этими двумя девчулями уже справлюсь вне кадра. Вы, надеюсь, вы не будете против. Просто серия подошла к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.